в субботу. Смотрите в программе «Арт-навигатор». Режиссер Томас Винтерберг вновь учинил групповую истерию в фильме «Охота». Путешествие по разноцветному миру пикменов в одной из самых долгожданных видеоигр года. Релиз 9-й по счету сольной пластинки Джона Фогерти. И, наконец, неожиданное хобби известного голливудского актера Джима Керри. «Арт-навигатор». Каждую субботу в 10:30 утра на RTVI.